Привет! С праздником вас! И вас с праздником, а с каким? С 8 марта! Да, с праздником 8 марта! Да! И сейчас Алина будет получать свой подарок! Да! Давай, пошли! Но нам понадобится стул. Это так просто ты... А кошка? Саня. А кошка на нем сидит. Давай. Так. На. Вот мне это чуть-чуть. Как это? Мы тебя хотим научить мыть посуду. Не, не подходит? Да я пошутил. Иди сюда на стул. Я просто не туда его поставил. Нет, не туда. Сейчас посмотрим. Итак, Алина. На. Вытягивай. Может, мама? Ой, это моя мечта, Алина, моя мечта. Так что, это твоя мечта? Да, это там есть ребеночек еще, вот он. Так а что это? Это дракончик. Дракончик? Да, да, я думаю, мечта была. А я думаю, какая еще моя мечта, это и это дракончик. Вот этот дракончик была твоя мечта? Да. У него крылья вот цветные, видите? Да. Ну что, ты довольна? Да. Так что, с праздником тебя, с 8 марта. Да. А папе что надо сказать? Спасибо. Вот, сидит. Да? Да. А вы заметили, что у него крылья вот двуцветные? И что, она действительно на нем может кататься? Да. А ну, покажи. Да, это ваша на палочке. Да ладно. Да. Это ваша на палочке длинная. И что, у него глазки светятся. Да, я посмотри, так... Алина. Что? У него глаза светятся. Ага. Ой, и звездочки. И вот носик светится, вот. Вот, значит, сейчас Антон. Она действительно на нем может сидеть. Ну, она маленькая, надо придерживать, Алина. Ничего себе, как он шипит. Да. Это ваша на палочка. Вот, к звездочке. Слушай, он и крыльями машет. Да. И рычит как. Это мама, а у нее...
И ноздри у нее света. Да. Мама. Мать драконов в детстве. Да что это где-то у него? Мам, как это ее? Вот надо вроде поднять. Хвост поднимается. Вот и что. А вы заметили, что оно блестящее? И сам блестящий дракончик. Вот такой. Какое такое было. Какой милашка. А Колька в коробку пошла. Да малыш, ты что падаешь у мамы на ручке? Сейчас ко мне. Да ну, Алина, посмотри. Ну что, ты очень довольна? Да. Ты о нем даже не думала, да? А что ты думала, у тебя будет за подарок? Наверное, Фукси. А-а-а. А тут оказался целый дракон. Это тоже моя мечта. А я забыла, какая моя еще одна мечта. Это дракончик. Oh!